Монти, вот такой утюг Браун Сапфир Джет Электроник. Диагноз включается, но начинает греть, но не включается вот здесь подсветка. И греет только на минимуме. Здесь вот заклинил бегунок, стоит на минимуме, немного нагревается и там буквально, наверное, градусов до 100 немножко шипит и отключается. Будем разбираться. Проблема здесь, в подсветке почему-то не горит, и в терморегуляторе. Разбираемся, что с терморегулятором. Ну, прежде всего, конечно, откручиваем здесь два винта. Можно обыкновенно, здесь звездочка с пыптиком, можно обыкновенной плоской так попасть в зазорчик для того, чтобы откручивать. Нагревается. И следующий винт, сначала здесь два, и потом следующий винт находится здесь под. Значит, крутим против часовой стрелки, по часовой стрелке, и когда потом прикладываем усилие, выезжает, сам выезжает этот регулятор, и вытаскиваем. Здесь тоже шестигранник, но меньшего размера. Откручиваем потом его. Ну, все по порядку. И там еще внутри есть винт. Итак, задняя крышка откручена. Теперь, как я и сказал, уже один здесь винт. И два вот этих откручиваем. И тогда снимаем вот эту часть. Когда открутили эти винты, откидывается. Тут я немножко еще провод отсоединил. Открутил, чтобы он не мешал. Теперь он уже откидывается. И для того, чтобы снять этот бак с водой, у нас у нас есть вот тут еще один винт, такой же шестигранник. Откручиваем, и тогда бак с водой снимает. Все, бак с водой я снял. Чтобы легче было снять, тут вот такие трубочки резиновые. Они надеты на вот эти алюминиевые трубочки. Их нужно отцепить, и тогда бак легко снимается. Ну что же, хочу показать, что утюг уже разбирался. Вот здесь под шестигранник, смотрю, вот здесь вот под обыкновенную плоскую отвертку винт, значит, уже кто-то тут уже пытался что-то ремонтировать. Но в любом случае разбираем, и тогда дойдем до терморегулятора, который, видимо, закис и уже теперь не регулирует. Переходим на него. Теперь можно разбирать, но нужно снять провода для того, чтобы не перепутать. Маркируем здесь. Значит, пишем черный, там розовый, желтый, синий, синий-синий. Здесь пишем, снимаем и разбираем. Так, ну что же, для того, чтобы решить, он заклинил в одном положении каким-то там ВДшкой. У меня есть ростов, раскислитель ржавчины. Туда просто пшикнуть. И нежно, плоскогубцами, двигая в одну, то в одну, то в другую сторону, нужно аккуратненько чик сорвать и потихонечку раз. Ну, собственно, теперь уже, как, во-первых, наверное, слышите, что срабатывает. Есть хорошее движение. Раз вы уже разобрали, желательно почистить контакты. Здесь
есть такие два серебряных контакта, которые то замыкаются, то размыкаются, и какой-то надфильком или ножичком убрать, может, вдруг там попалась какая-то соринка. Что еще нужно? Вот эти вот контакты, заржавевший, на нем сильный нагрев. Нагрев такой сильный, что вот здесь на входящем проводе он даже вот здесь на входящем проводе почернел даже кабель. Это значит, что нагревалось не только здесь, но и нагревался здесь. И часть сопротивления, часть нагрева здесь происходила из-за слабого контакта заржавевшего. Почему это произошло? Сюда попала влага. И сюда попала влага и заржавела, потому что здесь вот эта резинка немножко загрубела. Резинка, которая упирается вот сюда, немного загрубела. Я пойду каким путем, возьму при сборке, буду показывать, здесь смажу силиконовым герметиком высокотемпературным для того, чтобы поставить, и он уплотнит это соединение, влага не будет попадать на терморегулятор, и он уже перестанет ржаветь. Ну, в общем-то, это и весь ремонт, который необходимо было сделать. Теперь, после того, как все уже сделано, собираем в обратной последовательности. Сам ТЭН в нормальном состоянии. Все контакты в нормальном состоянии. Собираем и пользуемся. Отдаем клиенту. Но покажу, что я, когда буду собирать, здесь немного буду уплотнять с помощью высокотемпературного силикона. Он может быть в любом хозяйственном магазине красный. Есть такой силикон. Ну, я буду ставить другой. У меня есть силикон Victor Reins, более дорогой, черный, но высокотемпературный, до 300 градусов. Для утюга это вполне достаточная температура. Приступаем к обратной сборке. Ну что же, верхнюю часть я уже прикрутил. Теперь для того, чтобы прикрутить бачок и чтобы гарантированно он не протекал, у него здесь есть отверстие, которое держит воду вот этой резиночкой. Если будет плотно прилегать, в принципе, протекать не будет. Но для того, чтобы еще усилить эффект, я смажу здесь и здесь высокотемпературным силиконом. В принципе, любой подойдет, даже красный силикон из хозяйственного магазина. Ну, я, он там 260 градусов, я использую там 300-градусный силикон, самый дорогой, какой я смог найти, но подойдет и обычный. Смазываю немного здесь верхнюю часть и здесь. И тогда она гарантированно прилепится и не будет при любом раскладе не будет протекать, что, собственно, играет роль для утюга. Клиент будет доволен. Вот так просто намазываем и точно так же делаем, в принципе, по такой, по самой выступающей части. Ну, когда оно придавится, уже не будет протекать. Дальше собираем и прикручиваем на место. Здесь есть посадочные места. Все, один винт здесь, и дальше собираем верхнюю часть. При сборке обратите внимание, вот это с двойной одевается сюда, с одинарной сюда, но обратите внимание на наличие вот этой резинки. Она или там остается, или должна здесь быть. Без резинки будет немного протекать, поэтому на это обращайте внимание.
собираем. И после того, как вставляем эти помпы, затем сверху устанавливаем уже верхнюю крышку. Итак, чем все закончилось? Утюг брал. Значит, теперь уже регулировка работает. Работает утюг. Наверное, слышно. Нагревается хорошо, выключается. Утюг отремонтирован. А теперь вы можете подписаться на мой канал и увидеть, что на канале очень много и ремонта, и другой бытовой техники. И сможете использовать все это в своем домашнем хозяйстве. Всего доброго!